Добрый день, друзья! Сегодня посмотрим обзор предложений и цен на внедорожники и кроссоверы японских марок. Обзор проводился в Паневежесе и Шауляе. Перед обзором хочу напомнить, кто еще не подписался, подписывайтесь, не забывайте нажимать колокольчик. Приятного вам просмотра! Toyota Land Cruiser 2013 года. Автомобиль находится в Шауляе. 3 литра дизель, автомат, кожа, цена 17 750. Nissan Qashqai 2011 года. Автомобиль находится в Паневежесе. 2 литра дизель, автомат, цена 7150. Honda CR-V 2015 года. Автомобиль находится в Паневежесе. Дизель 1.6, механика, внутренняя цена 9900, цена на экспорт 8550. Thank you.
Сейчас, друзья, на пару минут прервемся. Для новых зрителей я расскажу, зачем этот канал и что на нем показывается. С момента, как появился YouTube, я, в принципе, искал какой-то канал такого формата, чтобы можно было именно посмотреть обзор цен и предложений на авторынках. И такого формата не нашел. Не нахожу и сейчас. Я решил, раз нету такого канала, я сделаю такой канал. У меня обзор абсолютно всех автомобилей. Просто снимаются все автомобили по маркам, по категориям. Мне это интересно, мне хочется, чтобы любой человек мог посмотреть любую машину, любую марку, любую категорию, что предлагают, почем предлагают, в каком они там состоянии и так далее. То, что я не занимаюсь автомобилями, позволяет мне объективно снимать абсолютно все со всех рынков. И нет такого, что я вот пришел на рынок и вот смотрю, а эта машина мне не нравится, я ее не буду снимать. А вот это мне нравится, это я сниму. У каждого, во-первых, свои критерии, какие машины нравятся, какие не нравятся, какие интересны, какие неинтересны. Поэтому я снимаю абсолютно все машины. Не то, что там по своему выбору, какие снять, какие не снять. Так вот я снимаю, в общем-то, все известные мне авторынки и площадки в Литве. Естественно, когда я начал, допустим, с этого авторынка, там на следующей неделе другой, третий и так далее, где-то через месяца три я уже возвращаюсь на тот рынок, вот, допустим, с которого мы взяли его как точку отсчета. Снимается абсолютно все, ничего не выбирается, все показывается, ничего не уходит из-под моей камеры. Все, что есть на авторынках Литвы, все показывается. Я говорил уже, за исключением тех машин, которые продавцы запрещают снимать. Друзья, спасибо за внимание к каналу. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Не забывайте нажимать колокольчик. А также пишите комментарии и ставьте лайки. Subaru Forester из Италии 2014 года, автомобиль находится в Паневежисе, 2 литра дизель, механика, пробег 176 тысяч, цена 7900.
Nissan X-Trail 2007 года. Автомобиль находится в Шауляе. 2,2 литра дизель, механика, люк. Цена 2400. На задних сиденьях пятна. Передний бампер снимался и некачественно установлен. Повреждение правой передней и задней двери. Неглубокие царапины по правому борту. На крышке багажника не хватает одной буквы. Слева тоже царапины. Как сзади, так и спереди. Nissan Qashqai 2016 года. Автомобиль находится в Паневежите. Дизель 1.5. Механика. Внутренняя цена 10500. Цена на экспорт 9500. Toyota RAV4 2010 года. Автомобиль находится в Паневежите. 2,2 литра дизель. Механика. Комбинированный салон. Цена 6400. Задняя левая дверь ремонтировалась.
Nissan Juke 2011 года. Автомобиль находится в Поневежисе. Дизель 1.5. Механика. Пробег 240 тысяч. Цена 5590. Вмятинка на правом переднем крыле. Honda CR-V 2015 года. Автомобиль находится в Поневежисе. 1.6 литра дизель. Механика. Цена 13 тысяч евро. Справа сзади следы вмятины. Nissan X-Trail из Германии 2006 года. Автомобиль находится в Поневежисе. 2,2 литра дизель. Механика. Пробег 270 тысяч. Цена 2800.
Nissan Qashqai из Италии. 2017 года. Автомобиль находится в Паневежесе. Дизель 1.6. Автомат. Пробег 101 тысяча. Цена 16 тысяч евро. Toyota RAV4 из Франции. 2010 года. Автомобиль находится в Паневежесе. 2 литра дизель. Механика. Цена 6650. Пару вмятинок на водительской двери и вмятинка на крыле. Nissan Juke из Франции. 2018 года. Автомобиль находится в Шауляе. Бензин 1.6 литров. Автомат. Пробег 14 тысяч. Внутренняя цена 13 950, цена на экспорт 11 500. Honda CR-V 2007 года. Автомобиль находится в Паневежесе. 2,2 литра дизель. Механика. Цена 5200.
Немного повреждена правая задняя дверь. Небольшое повреждение краски на крышке багажника. Nissan Qashqai 2013 года. Автомобиль находится в Паневежесе, бензин 1,6, механика, пробег 104 тысячи, цена 7950. На этом обзор закончен. Смотрите канал, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. И кто не подписался, подписывайтесь. Не забывайте нажимать колокольчик. Всего доброго. До следующих обзоров.